эшафот любимый подрать. Да. Лезть на эшафот строго. Ну там мужик, да, чтобы с топором тоже. Марин. А мужик с топором. Кадр потом не повернул. Все. А, подожди, все, я уже. Самое интересное, он только сейчас включился. Храм строится в традиции древнерусского. Ну, фотографируйся. Включилась уже к себе, уже передай привет. Давай, Женя, передать им привет. Ну ладно, чуть скажи. Привет. Это при строительстве храма было то, что храм находился как раз на том самом месте набережной. Раньше было. Водичку не забыл. Оператор. Сейчас мы это пропустим. Право на набережной под золоченной нишей появится изображение распятия. Оно установлено как раз там, где набережная когда-то. Это здание, дом Андаминия, жилой дом 19 века. В подвале этого дома в 1916 году открывается литературное кафе «Привал комедиантов», где читали свои стихи многие поэты Серебряного века. Кафе, правда, существовало недолго, всего 3 года. Но в 19 году кафе уже было закрыто. Внимательнее перед мостами, не вставайте, пожалуйста. Слушай, я не знал, что здесь так опасно ездить. Вообще в кино. Далее по левому берегу начинается Марсово поле. Когда-то здесь было болото. Его осушили, соорудив 2 канала, Красный и Лебяжий. Красный канал был потом засыпан, а вот Лебяжий канал или Лебяжий